Вот тебе деньги. Можешь потратить их как угодно на каникулах. Круто! Оушен-Сити, 1985 год. Не может быть, ты слушаешь рэп? Да, а что? Люблю ли я рэп? Спрашиваешь ты меня? Свежо. Мальчики, пойдете вечером в H2O с нами? А что это? Новый танцклуб. Ты же умеешь танцевать? Привет, сестричка. Надеюсь, вы будете загорать правильно, так, чтобы внутренняя часть ноги и верхние бедра загорали одновременно. Ты такая сексуальная. Редфорд завел себе нового дружка по имени Тедди. Каждый день они играют в настольный теннис в центре развлечений. Центр развлечений для настоящих игроков пинг-понг, а не для ботаников. Проваливай! Ты чемпионка по настольному теннису? И что? Поможешь мне? Сделаем. Посмотрим в субботу, кто лучший. Раз и навсегда. Вот так, сосредоточься. Думаешь, я смогу выиграть? Пришло время перестать быть неудачником. И пора поцеловать девочку. Ну, поглядим. Ты покажешь за столом, кто ты есть.